Разгрузить от транспорта улицы Нальчика. Такое поручение Кабмину республики дано главой республики Кабардино-Балкарии. Вопрос Арсен Коноков намерен держать на личном контроле, сообщает официальный сайт главы КБР. В правительстве уже признали целесообразным открытие в Нальчике двух железнодорожных переездов на пересечении улицы Ашурова, как вариант Кадырова и Суворова, Толстого и Калюжного. А вот предложение Минтранса о строительстве двух автовокзалов за пределами города пока вызывает сомнения. С одной стороны, это могло бы избавить Нальчик от почти 2000 единиц автотранспорта ежедневно. Так, кстати, аргументируют свою позицию авторы других проектов. С другой, пассажирам придется добираться до пункта назначения с пересадками, а это может увеличить стоимость проезда, возражают оппоненты. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, зато определен проект автодорожного моста через реку Нальчик в районе села Адиюх. Сооружение будет из металла, гарантия 100 лет. Объект очень актуален для жителей Нартана и Александровки. Он сократит путь до трассы, а также решит проблему транспортного сообщения с новым микрорайоном Сатаней.